Стэнли Джордан, одинаково хорошо играющий джаз, рок и классику, известен во всем мире благодаря своей уникальной технике игры на гитаре. Его манера игры принципиально отличается от общепринятой. Слушая Джордана, порой кажется, что играют два гитариста одновременно. Благодаря разработанной им технике игры, он способен исполнять одновременно и аккомпанемент, и быстрые сольные пассажи. Этот особый метод игры, когда обе руки извлекают звуки, находясь непосредственно на гитарном грифе, тэппинг, Джордан отточил до невероятного уровня и сегодня является непревзойденным мастером в этой области гитарного искусства. Стэнли Джордан родился 31 июля 1959 года в Чикаго. Первым музыкальным образованием Стэнли Джордана был классический курс игры на рояле. Когда позднее Джордан взял в руки гитару, он почувствовал нехватку фортепианной легкости в звучании аккордов. Не желая пасовать перед преградой, Стэнли соединил принцип игры клавишного и струнного инструментов, что позволило ему одновременно исполнять на гитаре мелодию и аккорды, причем с необычайной легкостью и виртуозностью. Более того, сейчас Стэнли способен играть сразу на двух гитарах и даже на гитаре и рояле, заставляя их фантастическим образом сливаться под его руками. Джордан так и говорит: «Я думаю о них как о едином инструменте, только с максимально широким звуковым и тональным диапазоном. Я называю это касательной техникой – touch technique. Другие называют это печатной или клавишной техникой – tapping. На самом деле, вначале я играл на фортепиано, и именно это оказало большое влияние на меня. Но в один период в нашей семье возникли трудности, и мои родители были вынуждены расстаться с инструментом. Тогда я стал играть на гитаре и через пару лет почувствовал, что хочу играть на гитаре как на пиано, расширить его оркестровые возможности. Я начал экспериментировать и несколько усовершенствовал инструмент, опустил струны и понизил металлические лады. Эта техника позволила мне извлекать звуки лишь одной рукой, вернее обеими руками одновременно, как на фортепиано, а не так, как играют все остальные гитаристы. Моя техника отличается экспрессивностью и большими возможностями, да и гитара сама как бы звучит совсем по-другому, как две гитары сразу. Это дает возможность исполнять композиции в совершенно новой аранжировке и в ином стиле. Продвигая эту музыкальную технику в начале 80-х годов, Джордан стал ее символом. По-другому такую манеру игры еще называют фортепианной. Как и любое гитарное новшество, авторство Джордана оспаривают, но это не умаляет его величия и виртуозности. Еще будучи подростком, парень начал играть на одной сцене с вполне профессиональными группами, а 1976 год стал особенным для Стэнли. Он занял первое место на джазовом фестивале, который проходил в городе Рино. Это был его первый конкурс и первая победа. В Принстоне, где юный виртуоз изучал теорию музыки, он выступал с Бенни Картером и Дизи Галлеспи. В 80-х годах играл на одной сцене с такими грандами американской музыки, как Арт Блэки и Ричи Коул. Участвовал в записи альбомов Стэнли Кларка и Кенни Роджерса. За свою музыкальную карьеру Стэнли Джордан посетил с гастролями более 60 стран на 6 континентах. Он был желанным гостем на многих джазовых фестивалях: Montreux International Jazz Festival, Cool Jazz Festival, Concord Jazz Festival. Первая пластинка Стэнли Джордана, сразу в роли композитора и исполнителя, вышла в 1985 году и была названа Magic Touch. Она включила в себя оригинальные композиции, которые Стэнли Джордан исполнил в новом тэп-стиле. Альбом произвел фурор, и уже через пару дней продаж его было невозможно найти на прилавках музыкальных магазинов. Стэнли тут же номинировали на Грэмми, что является чрезвычайной редкостью для первых альбомов. Всего Стэнли Джордан был 4-жды номинирован на эту престижную музыкальную премию. Самый последний диск Friends 2011 года получил номинацию в NAACP Image Award. Джазовый критик из Los Angeles Times Леонард Физер написал: «Гений – словечко, уже стершееся из постоянного употребления в кругу музыкантов, но именно к Стэнли Джордану оно может быть отнесено по праву». На вопрос, как он пришел к джазу и кто является его кумиром в музыке, Стэнли отвечает так:
Изначально я был классическим пианистом и даже немного композитором. Я сочинял музыку, будучи еще ребенком, в стиле позднего романтизма или раннего модерна. Мне нравились вещи типа Брамса или Прокофьева. Я однажды был просто потрясен, когда понял, что множество мультиков, которые я смотрел, шли под музыку Прокофьева. Это было такое невообразимое сочетание маскульта и серьезной музыки, но вовсе не отталкивающее. Потом я начал все больше и больше интересоваться блюзом, роком, R&B, и все это в конце концов привело меня к увлечению гитарой. Моим главным героем тех лет был Джимми Хендрикс, Карлос Сантана и Биби Кинг. Но уже лет в 11-12 я двинулся в сторону джаза, который мне очень нравилось слушать, но не исполнять. Я просто не понимал его. Что мне позднее особенно нравилось в джазе, так это сплав мощной энергетики блюза и рок-музыки, и вместе с тем его интеллектуальная наполненность и стройность, близкая к классической музыке. Важно сказать, что джаз для меня, он не самоцель, хотя и объединяет все лучшее, что я ощущаю в музыке. Джаз только точка отправления, из которой я смотрю на мир, говорю с миром. Композиции, которые я исполняю в джазовой обработке, всегда разнообразны. Я беру их из разных жанров. Для альбома State of Nature я выбрал в качестве джазового стандарта фортепианный концерт Моцарта. А на диске Friends объединены мои импровизации, сделанные на пьесах авторства Кэти Перри, Bird Rock и Coltrane. Поразительно, но для Стэнли Джордана мир музыки – это не только исполнительство, создание композиции, духовные поиски, это еще и целительство. Для большинства из нас такое приложение музыкального таланта несколько неожиданно. Неужели мелодии могут лечить? Но для Стэнли нет ничего невозможного. В течение 10 лет он изучал музыкальную терапию в Arizona State University и недавно защитил степень магистра. Теперь, гастролируя по миру, Стэнли не забывает посещать больницы и школы, чтобы помочь людям, а главное детям, улучшить свое здоровье с помощью музыки. Отдельной строкой в списке его пациентов – американские ветераны, которым музыка Джордана помогает забыть ужасы войны. И еще один необычный проект, в котором с 2009 года принимает участие Стэнли Джордан – защита исчезающих видов морских черепах вместе с бразильской некоммерческой организацией «До Проджето Тамар». В пользу проекта организуются концерты, записи дисков, специалисты проводят научные исследования. И Стэнли Джордан – один из активных участников этого мирного движения. В начале 50-х годов в США Джимми Уэбстер, студент из Англии, начал широко использовать странный метод игры на гитаре. При помощи ударов пальцами обеих рук по струнам между ладами на грифе он добивался невиданного до сей поры звучания инструмента. Играл Джимми Уэбстер в основном переложения джазовых тем. В то время, глядя на цирковые трюки Джимми Уэбстера, многие гитаристы скептически думали, что все это не имеет далеких перспектив. Этот музыкант обогнал свое время и, по всей видимости, остался так и не понят современниками. Но все же он посадил семя, которое через десятилетия дало плоды. Подлинный переворот в данной технике, а также усовершенствовал и развил ее именно Стэнли Джордан, появление которого на мировой сцене напоминало в гитарных кругах эффект разорвавшейся бомбы. Многие гитаристы, слушая записи этого виртуоза, просто не верили своим ушам. «Обычная гитара в руках одного человека так звучать не может», – в один голос говорили все гитаристы, которые слушали его записи. Но на концертах, а также на видеозаписях гитаристы могли убедиться, что это не какая-то студийная хитрость, типа записи путем многоканального наложения, а новая форма гитарного исполнительского мастерства, которая вывела гитару на следующий уровень развития.